Это просто музыка моих ушей. Чёрт. Да ты охренела, мразь! И убежала. Вот суп! Чему она подпевает? Тун-ту-дун-тун-тун. Окей. Это мощно, конечно. Сам послушай сейчас. Я понимаю. Я послушал. Нет, он реально такой тун-турун-тун-тун. Пух! Тун-турун-тун-тун. Пух! Следующее. Кис! Или что это? Что? Что это? О, какие кисы! Ааа, там на кошке! Вика такая бежит от котят. Подожди, а что ты там? За... Что? А, это дальше. Что? Знаешь, такой есть тоже инструмент такой мяу, мяу, мяу. Не знаю, это, блин, блин, господи. И знаешь, что мне напоминает? Нет, я не помню, что мне это напоминает. Во, да кошки делают. Нет, не так. Подожди. А у меня челюсть устала. А ты знаешь то, что логопеды, когда занимаются, ну, речью, да, там усовершенствуют ее как-то, ее что-нибудь какие-то шарики в рот берут. Что? Какие шарики? Я не знаю, мне распад. Господи! Ну что, типа, речь была более объёмной, там... Объёмной, да! Ну ладно, не объёмной, я не помню, как это сказать. Та-да-та-да-та! Пум, да? Куда пошла? Вернись на место. Значит, чуть-чуть один из четырёх, короче, кого-то. Это вот этих вот больших таких вот лягушка, видишь, язык высунула? Вику накрыло, короче, ребят. Вы не поймите неправильно, но я правда... Ты ещё короче... снимаешь? Как бы да. Ну, блин. Просто минутка с Викой, как её накрыло, надо назвать серию. Ты всё это снимал, за что я говорила? Почти. Какой ужас. Господи. Я тут... Напиши, очень... знаешь, что, короче, смотри вот так вот в чате. Лол, напиши просто. Зачем? И стоит, танцует. Не танцует, а попа вертит. Затем, чтобы Куся спросила, напиши лол. Да. Просто по-английски лол. Так? А тут по-русски не получится. Давай. О, она еще и действие делает. Как бы да. Да ладно. Да еще посмотрю. Она ржет. Да. И на китайца похоже. Что? Смотри. Куша китайца. Господи, как она ржет, ты посмотри, все зубы белые. Они должны быть черными или желтыми? Не знаю. Фу, это уже так ужасно. Ну, это напоминает Симс 90-го года. Ну, посмейся еще раз. Как будто у нее сейчас челюсть выскочит. Да. Я вон так. А у тебя вообще без зубы? Нет, зубы есть. Без зубы. Можно повысить. Все, квесты сделали, можно сваливать отсюда вообще. Что мы тут делаем? Топ-пушка, значит, все можно, да? Это не топ-пушка. Ну как бы желтенькие считаются топом. Ай, меня лешка чешется. Точнее, рыженькие. А, хорошо. Отпрыгнула от бедная. Это лошадь ела животом. Нет, что за бред? Я не знаю. Вот тут еще один.
Хом. Я тебя съем. Стой, я тебя съем. Хом. Ладно, ты какой-то невкусный. И тебя съем. Хом. Господи! Как вот этих. Кого убить? Чего убить? Не знаю, тут камушек, подожди. Камушек, камушек. О, зачиталось. Потому что я все сделал. Ну вот работай, мужчина. Пошли обратно. Шевели ляжками, мордашками. Причем тут мордашки и ляжки, я не знаю. Интересно, здесь есть эмоции по испалму? Зачем? О, тут смотри, тут похоже, вот так вот, если смотришь сбоку, то тут похоже эти бочки, или что это, на рыбью голову и глаза. Ну не сходи с ума, я спрошу. В натуре смотри. Не так хреново, ты еще как хрень какую-то несешь. Ну в натуре, ты вот ушел, ты даже не посмотрел, о чем я теперь... Я видел эту лягушку. Это не лягушка, это... Глава рыбы. Вот знаешь, как в БНСе в мультике там были полурыбы, полу... Люди. Полулюди, да. С тела людей глава рыбы. Я вот знаю. Это вот тоже так же, только вот отрезана голова. Дали кольцо. Пойдем. Хватит с меня этого просто бреда.